Nityananda Padadvandam Jesham Hitkarnikale Nityananda Padadvandam Jesham Hitkarnikale Tesham Dasana Dasasmi Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, until and unless you have 100% inclination, Saranagati, until and unless you have 100% Saranagati inclination, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада сказал, что до тех пор, пока у нас нет полного, абсолютного самопредания лотосным стопам Гурудева, то мы не можем говорить об абсолютной истине. Шишила Прабхупада сказал, что до тех пор, пока у нас нет полного, совершенного самопредания Шаранагати, то у нас нет права говорить о той абсолютной истине. Мы не можем говорить о ней, о абсолютной истине, не имея такого шаранагати. В этом главная проблема. First of all, Prabhupada speaking, if we are established in this absolute truth, сегодня день явления Вриндаван Дас Тхакур Махашая, и Шрила Прабхупада говорит, что если мы утвердились в абсолютной истине, тогда мы сможем осознать Гуру Тату. А если мы не сможем осознать Гуру Тату, то мы не сможем начать наш баджан. Хари баджан не может начаться в этом случае. Шрила Прабхупада говорит, если мы не утвердились на пути Гуру Татвы, то мы не сможем начать настоящий хари баджан. Может быть, это будет похоже на харибаджан, но он не будет настоящим. Настоящий харибаджан, что значит это абхидея? Настоящий харибаджан значит ваздату, значит севая. Настоящий харибаджан значит непосредственное прямое служение, я имею в виду абхидея. И вот, если мы не утвердились в Гуру-татве, в Гуру-даршане, то мы не сможем начать настоящий харибаджан. Это будет похоже на харибаджан, но он будет не настоящий. И вот под именем Харикатхи и Харибаджана. И те, кто под именем Харикатхи и Харибаджана, те, кто обманывает людей, но обычные люди, они настолько глупы, что они хотят быть обмануты, и поэтому их обманывают. И вот под именем Харикатхи и Харибаджана, те, кто обманывает людей, все население, а обычное население, оно настолько глупо, что они хотят быть обмануты, и поэтому их обманывают. Шрила Прабхупада говорил, что если мы по-настоящему, на 100% искренне, если мы сможем, положа руку на сердце, сказать, что мы по-настоящему искренне, то в этом случае это обязанность Баларама Нитьянанды вести нас. Если мы на 100% уверены, что мы искренне, то тогда это обязанность Нитьянанды Баларама вести нас должным образом, поскольку это одно из главных предписаний Баладева. Нитьянанда говорит такие слова. Что ответственность вся лежит на мне. Единственное, что нужно вам доказать, что вы искренне и по-настоящему преданы мне, а все остальное лежит на мне, и тогда я могу вести вас, так говорит Баларам. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто мечутся туда и сюда, чтобы обрести сатсангу, такие беспокойные люди,
которые перемещаются с одного места на другое, чтобы обрести сатсангу, но, говоря искренне, такие люди не понимают даже, что такое настоящая сатсанга, они даже не знают этого. Но они пытаются ездить туда-сюда за сатсангой, подобно сумасшедшим, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он предупреждает нас: о, люди, одумайтесь, вы бегаете туда и сюда, и разве вы думаете, что саду вайшнавы находятся везде, на любом базаре? Разве вы думаете так, что гуру вайшнавы доступны на любом рынке, что можно пойти и купить их общение, что можно куда-то поехать в любое место и получить сатсангу? Нет, это не так, это глупо. Сукрити, Бхакти, Унмукхи Сукрити. Бхаван, вот есть два вида сукрити. Одно сукрити дает нам богатство, наслаждение и прочее. А другой вид сукрити дает бхакти. И сейчас очень сложная ситуация на пути преданности. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы бегаем туда и сюда, чтобы обрести садусангу, но будьте уверены, что если вы обыщете весь мир, если будете искать в саду, во всех святых местах паломничества, то саду, они очень редки. Если у вас достаточно удачи, то благодаря этой великой удаче вы обретете сатсангу. И если мы путешествуем по различным местам паломничества, но что толку от этих мест паломничества, что они в себе несут? Если мы идем в какой-то тиртхи и не можем обрести там садусангу и харикатху, то какой смысл посещения таких мест, что мы можем увидеть там своими материальными глазами? Этими материальными глазами мы не можем видеть Навадвипа, Вриндавану, Айодхью. Но многие ездят туда-сюда, чтобы увидеть это все материальными глазами. Но материальными глазами не увидеть настоящую сущность этих мест. И поэтому Видура, один из 12 махаджан, Видури Махараджи, Махабхагавати, Ютиштхира Махараджи говорит вот такие слова. Что вы сам подобен великому месту паломничества. Наротам Дас Тхакур пишет такие слова. Тирхаятра Паришрам. Наротам Тхакур говорит, что тиртхаятра, что многие только столько неудобств испытывают, чтобы посетить какие-то места паломничества, а посещая их, получая только сатсангу. А почему так говорится? Да потому что это случается. Есть сварупа лакшаны, татастха лакшаны, то есть вторичные и первичные качества. Они нам показывают, что мы обрели от наших действий. Сварупа лакшаны, лакшан, значит, это те качества, которые уже есть, а другие вторичные, они историчные качества, вторичные качества еще, они тоже указывают на что-то. И вот Наротам Тхакур говорит, тиртхаятра, мы путешествуем по различным местам паломничества, испытываем какие-то неудобства, тратим деньги и ценное время. И
вот, но все совершенства, они находятся у лотосных стоп Говинды. Это значит, что все ситхи, они находятся у лотосных стоп Гуру Вайшнавов, поскольку, но поскольку мы не сможем обрести связь с Говиндой, и поэтому Сарва Ситхи Говинда Чаран, значит, в у лотосных стоп Гурдева мы можем найти все тиртхи, все святые места паломничества. И поэтому Юдхиштхира Махарадж, плача, говорит, что ты сам подобен великому месту паломничества. Но все же ты ходишь, посещаешь эти святые места для того, чтобы очистить тех людей, которые находятся там. В Бхагаватам говорится, те, кто посланники, агенты Верховного Господа, они путешествуют по различным местам, особенно святым местам, и они спасают всех обычных, обусловленных душ, обычных людей. Это их единственная обязанность. Нет у них никакой личной корысти, они только путешествуют для того, чтобы вернуть назад к Верховному Господу, отвернувшись от Него душ. Вот в этой шлоке говорится об этом. И вот те обусловленные души, для них, те, кто чистые гуру вайшнавы, они путешествуют по различным местам для того, чтобы очистить сердца этих обусловленных душ. Это их единственная обязанность. И почему у них есть такие качества? Поскольку у них есть бхакти, преданность. Бхакти — это шакти. Но не все знают об этом. Бхакти — это единственная шакти. И поэтому гуру и вайшнавы могут путешествовать и спасать других людей. А еще бывает, что некоторые в одежде саньяси брамачари путешествуют для того, чтобы собрать денег. Бхактивинода Тхакура, Наротама Тхакура, они говорят об этом, что некоторые просто путешествуют по святым местам, чтобы собрать денег. Единственное, любое количество денег, оно не может обезопасить нас. И поэтому гуру вайшнавы не заботятся о... в том, чтобы собрать много денег, нет. И поэтому Бхактивинода Тхакура говорит, в комментарии к сочетанию Чайтамрити можно найти. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что проповедь возможна только для тех, у кого есть чистая, настоящая бхакти. Без бхакти что мы можем дать другим? Без бхакти что мы можем распространять? Если у нас нет бхакти, мы не имеем преданности, то как мы можем распространять это бхакти? Это невозможно. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами пишет,
Бхакти – это сваруп шакти. И поэтому это сваруп шакти, бхакти, проповедь возможна только тогда, когда у нас есть бхакти. Иначе мы не можем проповедовать. Бхакти – это шакти. Во время Гуранги Махапрабху был особый случай. Сам Верховный Господь, и Он действовал как преданный. И Он распространял бхакти, беспричинную милость. Несмотря на, без какой-либо причины Он распространял бхакти, несмотря на то, достойный его принять или нет, это единственное качество, которое применимо к Шри Чайтанья Махапрабху. Даже Кришна не имеет этого качества, поскольку Кришна, он ищет достойных личностей, чтобы им даровать бхакти, а Махапрабху не обращает на это внимания. Единственное, что нужно, это шаранагати, это самопредание, искренность. Если у человека не было искренности, то Гуранга и Нитянанда Прабху не принимали их. Главное качество – это искренность должна быть. Никакого лицемерия Нитянанда Прабху не мог потерпеть. И в Бхагаватам можно найти, Нарада, он говорит перед Ямал и Арджуном, этими двумя деревьями, которые в прошлой жизни были сыновьями Кувера и стали деревьями. И Нарада Махарадж, великий Бхакти Ачарья, он говорит такие слова. Те, кто недостаточно искренне, асад значит, асад значит то, что не вечно. Но мы думаем о всех этих непрактичных вещах. Если мы думаем о материальном постоянно, то это асата зовется. Те, кто заняты размышлением о всем материальном, это зовется асата. А те, кто находится за пределами этих материальных мыслей, они, если имеют связь с Верховным Господом, они зовутся сад. Если мы можем полностью контролировать наши органы чувств, но все же мы не можем, мы не сахаджи, мы не можем дать вам сертификат о том, что вы сад. Если у вас есть контроль над вашими органами чувств и умом, то все же мы не можем, точнее, не можем гарантировать, что вы станете успешным. И поэтому там, в Бхагаватам, можно найти вот такие слова. Аравинда Набха значит, те, кто не имеет никакого представления о Верховном Господе, не имеют чувств к Нему, они такие люди пытаются контролировать свои органы чувств, пять кармендри, пять гениндри и ум, который является лидером этих десяти органов чувств, он самый сильный из всех. Поскольку если ум не будет с нами кооперироваться, то все, что мы делаем, бесполезно. И поэтому в Расалиле можно вспомнить. Я
И вот там, если вы контролируете пять ваших кармендрий и гьянендрий, все 10 органов чувств и ум, но все же нет гарантии, поскольку Шрила Прабхупада говорит, после того, как вы смогли контролировать свои органы чувств, это хорошо, но сейчас, если у вас нет связи с саду, гуру вайшнавами, то будьте уверены, что вы сможете стать майаваде. После того, как вы смогли контролировать ваши органы чувств, но какова наша наивысшая цель? Мы не занимаемся какой-то гимнастикой, какой-то тренировкой. Шрила Прабхупада говорит, что если... Мы просто смогли контролировать органы чувств, но что дальше? Что дальше после этого? Какова наша цель? Если наша цель оставить служение Верховному Господу, то будьте уверены, вы станете майавади, даже если сможете контролировать свои органы чувств. Это случится. И поэтому Брахма говорит: «О Господь, очень внимательно, осторожно. Некоторые люди возвышаются до уровня Брахмы, но после этого они опять падают. Брахма говорит, Аруджа Кричена, значит, они возвышаются. Они прикладывают огромные усилия к этому, но в итоге опять падают. Почему? Поскольку они игнорируют служение тебе, твоим лотосным стопам. И поэтому они не могут стать успешными. И вот суть в том, что Юдхиштхира Махарадж говорит, что ты, посещая эти шастрах, говорится, что те святые места в прославлении Бхагаватам, в Падмапуране говорится, те Паканди, Пашанди, бессердечные люди, которые совершают все оскорбления, будучи в даме, совершают оскорбления, различные грехи, то дама, она может потерять свои качества. И после этого чистые саду, они посещают такие святые места, чтобы осветить их заново и зарядить. И поэтому говорится в этой шлоке, все места паломничества, вы посещаете различные места паломничества, чтобы зарядить их, чтобы обычные люди, приходя туда, чувствовали какую-то силу, энергию. А просто посещать святые места без какой-либо цели, это опасно, но... Но не всякое святое общение может помочь нам в нашем баджане. Например, мы поехали на Тривени Сангу, получили там какое-то хорошее общение, но это общение не даст вам успеха. Это общение хорошо, но оно не достойно Гауди Сампрадая или Рамануджа Сампрадая или еще какое-то оно другое. Мы не сможем достичь успеха, может, сатсангу какую-то мы получим там, но эта сатсанга, она не принесет нам успеха. И чтобы осознать наш баджан, чтобы продвигаться в нем, мы должны
иметь сатсангу саду нашей сампрадаи, такими как Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махараджи, такими великими саду. Многие приходили к нему, простые люди и великие ачарьи, чтобы предложить поклоны его лотосным стопам. Вы знаете почему? Все приходили, кто только не приходил к нему, чтобы принести ему свои поклоны. А почему? Вот согласно этой шлоке, Вайшнав, он может очистить вас просто своим даршином. Если мы просто примем омовение в Ганге, то как-то очистимся. Но даршан Вайшнава, просто посмотря на Вайшнава, мы очищаемся. Я говорю, что именно сампрадайк саду должен быть, то есть саду с нашей собственной сампрадайи. Я не хочу никого критиковать, но в шастрах говорится, если вы говорите об абсолютной истине, внешне может выглядеть, что кого-то вы критикуете, но вы ничего не потеряете. Шрила Вамана Госвами Махарадж, он в одной книге описал это, что что значит бед батабе? Вы думаете, что гуру и вайшнавы у них они пристрастны к чему-то? Нет. Туласи Дас говорит, что если вы встретитесь с Садгуру, Садгуру даст вам наставление: о мой сын, не идите туда, там Сахаджи, не идите туда, как Горки Шодас Бауджи Махарадж. Он спросил какого-то человека, откуда он пришел, он сказал, что пришел с Навадвипы, там Харикатха была прекрасна. Брамагиту рассказывали, а Горки Шодас Бабаджи Махарадж сказал, что не следует туда идти. А как не следует, там же сатсанга Харикатха, а Бабаджи Махарадж сказал, что это не Харикатха, не следует туда ходить. Как не Харикатха, там же все плачут, катаются по полу от экстаза. Но Горки Шодас Бабаджи Махарадж сказал, что это не према, это просто вожделение. Это выглядит, может быть, как-то по-другому. Кама и према, не всегда можно их отличить, особенно глупым людям. Они часто путают, что такое кама и что такое према. И поэтому вы думаете, что Горки Шрила Бабаджи Махарадж кого-то критикует? Он сказал, что то место, где сидел этот спикер, нужно на 5 фунтов выкопать землю, выкинуть ее и заполнить новой землей и глиной с Ганги. А говорил он не Харикатху, а говорил, что деньги слаще, чем мед. Это был основной смысл его Харикатхи. То есть есть люди, которые красиво поют, но основной посыл и смысл их песни, он отличается от того, что выглядит внешне. To allow me to cut their maya. If I go to cut their maya, they can kick me. If I go to cut their maya out of my mercy, they can kick me. Go away. I know many times this happened, thousands of times. So you see, this is actually. If what? What I am speaking now? But I am speaking now, just now. It's not really Harikata, they're only saying money, money, money. И вот Горки Шрила Бабаджи Махарадж, он, несомненно, никого не критикует. Если будем говорить, что Горки Шрила Бабаджи Махарадж кого-то критикует, но в шастрах наша Гурвага говорит, Шрила Бхактина Такур, Шрила Прабхупад, что среди всех парамахамс
мы можем обрести максимальное благо от Горки Шурдас Бабаджи Махараджа. Те, кто Парамахамсы, они не заинтересованы в своем собственном баджане, они не будут ничего говорить о чем-то, но только Горки Шурдас Бабаджи Махарадж, он может сказать, что есть что. А почему? Для того, чтобы мы обрели благо. Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, те, кто не какие-то саду гуру вайшнавы, могут они жестко говорить о чем-то, но мы... И вот если какие-то гуру вайшнавы жестко говорят о том, чтобы избавить нас от майи, а мы по своей неудаче считаем их своими врагами. В некоторых обществах только политика происходит. И если в таких обществах происходит одна политика, то лучше заниматься политикой, не мешать это с духовностью, чтобы не осквернять духовный путь. И вот Горки Шурдас Бабаджи Махарадж не критикует никого, но Туласидас говорит, Гурудев может сказать так, а когда Гурудев вынужден сказать что-то жестко, может выглядеть, что он кого-то критикует, но в шастрах это говорится, что нет, это не критицизм. Шрила Прабхупад говорит, вести искренних учеников, что если Гурудев для их блага что-то жестко говорит, то он никого не критикует. Хотя может внешне выглядеть так, но это не так. Это обязанность Гурудева показать вам путь, куда нужно идти и куда не нужно. Если он говорит, что куда-то не нужно идти, то это не критика. Если Шрила Прабхупад говорит, что они все сахаджи, то разве Шрила Прабхупад кого-то критикует? Нет, это не так. И вот это обязанность Гуру Вайшнавов вести нас должным образом, чтобы показать настоящий путь. И я говорил о том, что сампрадайк саду должен быть, может какие-то рамануджа саду, нибарка саду приходят, я приношу им свои полные поклоны, они тоже саду, а кто я, чтобы не кланяться им, мы должны получить. Я вот иногда тоже общаюсь саду с других сампрадай, я кланяюсь им, но это, общаюсь с ними, но это не значит, что я что-то говорю с ними, но это не значит, что я потеряю свое собственное положение. Однажды я был вынужден сказать, что если весь мир обернется против меня, я, сидя в Ясасане, говорю, что если весь мир будет против меня, то я не оставлю Шрилу Прабхупаду. Вы можете выкинуть меня, но мое тело, оно все равно будет говорить, Прабхупад, Прабхупад, такую веру я имею, по милости Гурудева. И поэтому это не критицизм, может как-то выглядит похоже, но это не так. И также Рупа Госвами Пад говорит, что мы должны общаться с саду, с нашей собственной сампрадаи. Если он... Много раз я говорил, что
Например, какой-то Рамананди Саду, он избавился от майи, достиг успеха в своем баджане, но Джива Госвами Пад говорит, я цитировал это, цитирую это часто, вот эти слова. Джива Госвами Пад говорит. Если мой Гурудев дает указание, что если какие-то саду с различных сампрадая приходят, нужно поклониться им, заботиться о них. Но чтобы достичь настоящего успеха в нашем баджане, мы должны общаться с саду с нашей собственной сампрадая, поскольку раса бхава саду с других сампрадай отлично от расы бхавы нашей сампрадай. И поэтому Рупа и Джива Госвами Пад, они говорят так, мы должны получать общение с саду с нашей собственной сампрадай, и тогда вы сможете обрести силу. И почему я говорю эти предваряющие вещи перед тем, как сказать что-то о Вьясаватаре, Вриндавандас Такоре? Я могу вспомнить, я уже говорил вам, что Вьясаватара — это Вриндавандас Такор Махашой, Шакти Вьясаватара. И в то же самое время Вьясадева и Кусума Пирасабха и вот они вдвоем стали Вриндавандас Такуром. И та шлока, которую я произнес о Дживи Госвами, я должен объяснить ее назначение полностью. Просто знание санскрита, оно не может дать нам понимание бхакти. Только милость, нам нужна милость. Нам нужна полная милость Гуру Вайшнавов, чтобы полностью пас понять и осознать их. И поэтому Джива Госвами Пад хочет сказать, Гурва Гая значит, если я приму, получу разрешение от Гурудева, чтобы общаться с какими-то определенными саду, Гурудев нам даст указания. Мы должны думать о том, что мы здесь посещаем различные места, чтобы совершать саду-севу. И эта саду-сева, она не помешает ли моей изначальной гуру-севе, если такое служение другим садам, оно помешает служению нашему Гурудеву, то это плохо. И вот Джива Госвами Пад говорит, что служение другим саду, но ни в коем случае не должно мешать служению нашему Гурудеву и тем более не препятствовать нашей изначальной гуру-севе. И вот такие различные саду они служат Верховному Господу так или иначе, может Рамачандра Баджан или Шри Сампрадай, Лакшми Нарайани. На духовном уровне они как бы хорошо, но относительно расы они разные. Они все саду, но чтобы достичь успеха в нашем собственном баджане, достичь совершенства сидх, то мы должны быть очень внимательны и осторожны, чтобы саду, с которым мы общаемся, он был саду высшего класса, с нашей собственной сампрадаи. И поэтому Джива Госвами Пад говорит так. И вот так много суждений на эту тему. Первое,
мы хотим поклоняться Вриндаван Дас Такур Махашаю, поскольку сегодня день Вьяса-Пуджи. Не поклоняясь Вьясадеву, мы не можем принять просад даже. Но что я не могу видеть, не могу чувствовать, как я могу поклоняться этому, тот объект, который я не вижу и не чувствую, как можно поклоняться этому, что находится за пределами нашего понимания лотосной стопы и чего они, за пределами человеческого понимания. И если мы прикладываем свой ум, чтобы их понять, но это, этого не всегда достаточно, то, что мы не можем, можем ли мы видеть лотосные стопы Гурудева. Лотосные стопы Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, можем ли мы видеть в нашей гуру парампаре Вьясадева? Вот это парампара. Ученическая преемственность, если мы нарушим какую-то эту цепь, то мы получим реакцию, ответ. Если Гурудев говорит, то мы должны повторять, мы должны говорить о том же, что чему учил нас наш Гурудев, поскольку если мы отклонились от пути Гурудева, то Кришна, он не одобрит нас, хотя весь мир он может аплодировать нам, восхищаться нам, что мы великий саду, но если мы не находимся, но если мы, несмотря на одобрение всего мира, не находимся на пути нашего Гурудева, то к ничему хорошему это не приведет. Шрила Прабхупад говорил, что если мы даже на немножко, на малейший градус отклонились от пути указанного Гурудева, вот совсем уж немножко, то это станет причиной нашего падения. То есть сегодня это немножко через... Это подобно как две параллельные линии. Если одна на какую-то малую часть градуса отклонилась, то если протянуть эти линии до бесконечности, то между ними окажется огромное расстояние. И также, если мы отклонимся от пути указанного Гурудева, то это будет причина нашего падения. Кто такой Вьясадева? Это Вриндаван Дас Такур Махашой. Шрила Прабхупад говорит громко. Будьте уверены, что Вриндаван Дас Такур Махашой, он единственный гуру в нашей сампрадае. Как? Разве нет никакого гуру, кроме него? Шрила Прабхупад громко, практически крича, говорит, что для Гауди Вриндаван Дас Такур Махашой единственный гуру. Как это правильно понять? Разве нет других гуру, кроме него? Не все люди поняли, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад говорит, даже многие ученики Шрилы Прабхупады, они не поняли эти его слова. Они оставили его, они не смогли понять умонастроение, чувства Шрилы Прабхупады до тех пор, пока ваше сердце не находится в полной гармонии с Гурудевом, тогда вы не сможете чувствовать его сердце. Наше сердце должно находиться в абсолютной гармонии с сердцем Шрилы Гурудева. Мы должны принять помощь от чистых гуру вайшнавов, которые находятся в нашей сампрадае. Джива Госвами Пад много раз предупреждал нас, что мы не можем позволить сидеть на вьясасане всем. Мы должны позволять находиться на вьясасане каким-то великим избранным личностям.
достойным личностям, а не всем подряд. И поэтому Джива Госвами Пад говорит, что вот такие слова. Есть два вида спикеров, электоров, говорящих. Первый — это сарак, значит, сахит, вместе с всеми анардхами, недостатками и прочим. Если вы какого-то такого лектора позволите ему сидеть на вьясасане, то, слушая его, вы потеряете многое, поскольку осквернение, которое в его сердце, он говорит харикатху, и это его лекции, они оскверняются. И поэтому в Падмапуране говорится, что мы не должны слушать харикатху от невайшнавов. Я много раз говорил, но вы забыли. И вот это такая харикатха от невайшнава, подобно молоку, которому прикоснулась ядовитая змея, и молоко стало ядовитым. Вот Махарадж говорит, если змея попробовала молоко, то молоко, несмотря на то, что это идеальная пища, то следующий, кто будет пить это молоко после змеи, он умрет. И также харикатха. Харикатхамрита, мы знаем, что харикатха — это нектар, но если тот, кто говорит харикатху, его сердце полно вожделения, и он говорит ее только для заработка денег, то ни к чему хорошему это не приведет. Это его харикатха, она станет причиной нашей духовной смерти. И нирак значит тот, у кого нет никаких желаний, тот, чье сердце чисто. Четодар Панамарджана, наше сердце должно быть чисто. Только лотосные стопы Верховного Господа должны быть в нашем сердце, и это зовется качествами чистого преданного. И вот я вначале произнес эту шлоку. Нунам значит нищитам эва. Нищит, знаете, это наверняка. Мы должны знать наверняка, что те чистые саду, у них нет никакой корысти. Верите вы мне или не верите, они не ожидают от вас денег. Только они хотят даровать вам какой-то бхакти, чтобы мы смогли избавиться от материальных оков и возвыситься. И вот чистые саду, почему вы думаете, что вы мужчина или женщина? Почему вы так думаете? Эта концепция, она должна уйти из вашего сердца. Многие даже не могут осознать, что мы Кришна Даса, мы часть, мы Ану Чайтанья. То есть, некоторые люди не вышли еще из телесной концепции, а уже говорят о Расалиле, как это возможно. Разве это Гуру Крипа, если вы не, выйдя из телесной концепции, уже говорите о Расалиле? Сначала мы должны понять Двайгентатву и все остальное, что на пути к этому. И вот Шичитани Махапрабху, сам Шичитани Махапрабху говорит, что если мы не обретем Адвайгьянтатву достаточно давно, я говорил, что до тех пор, пока мы не утвердимся в Адвайгьянтатве, то мы не сможем
действовать как чистый ачарья. Я могу объяснить и потом переключиться на Вриндаван Дастакура, хотя это та же самая тема. И вот Адвайян Таттва. Вначале всего мы должны понять, что Адвайян Таттва, что тот вездесущий Верховный Господь. Почему мы так много влияния внешнему уделяем? Почему мы чувствуем привлечение к чему-то? Шанкарачарья говорит, repeatedly you think, all safe and designing of thing, all material ingredient. Material ingredient means и вот те материальные вещи, материальное тело, которое мы видим, оно состоит из пяти первоэлементов, и поэтому Махапрабху, будучи ребенком, говоря с матерью, он говорил, мы должны каждый день читать читание Бхагавату, чтобы обрести бхакти. Шрила Прабхупад говорит об этом, и вот там говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху, будучи маленьким, сидя на горе из глиняных горшков, то что Чимата, она ругает его, зачем ты сидишь на грязном месте, маленький отвечает, как это грязное место, здесь готовили подношение для Вишну, как оно осквернилось, оно самое чистое. А как ты знаешь об этом? Шри Чайтанья Махапрабху, будучи маленьким, однажды ему дали кхой, это такое дутирис, не мурья, а другой такой аристократический вид мурья. И вот Сачимата дала ему этот кхой, дутирис. И Нимай, он не стал это есть, а стал есть глину. А Сачимата, она начала возмущаться. Почему ты не ешь сладости? Зачем ты ешь глину? А Нимай сказал, что онтологически они не отличны, просто форма разная, это глина, то глина в форме глины, а то глина в форме риса. Какая же онтологическая разница между ними? Это все просто проявление одного и того же вещества. А зачем это она спросила, откуда же ты это узнал? И вот она взяла его к себе на колени и начала спрашивать, а откуда ты это знаешь? Она не знала, что Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Верховный Господь. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что мы каждый день должны читать Шри Чайтанья Бхагавату. Если времени мало, но все же должны найти какое-то время, лучше не есть, а читать Чайтанья Бхагавату. И тогда вы сможете понять, что такое бхакти. И вот смотрите. Говорится, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Шри Чайтанья Чайтамрите. Почему вы думаете о каких-то внешних формах, они материальные, но не вечные? Каждую часть секунды наше тело, оно меняется, мы не можем чувствовать это. Если вы посмотрите на свои
даже на свое изображение через 10 лет, то вы увидите, что оно изменилось. А если вот, например, 10 лет не смотреть в зеркало и потом посмотреть через 10 лет, то вы увидите, что как сильно изменилось ваше тело. Этот мир, он меняется постоянно. И мы не должны большое значение придавать этому приходящему миру. И вот Вриндаван Дас Тхакур, он лучший из гуру, он единственный гуру, не просто лучший из гуру, а еще единственный гуру. А почему так много гуру у нас? Но Шрила Прабхупад говорит, в Экаян Падьяте, Экаян Падьяте, значит, как в логотипе штатского Банка Индии, он состоит из круга и канала в этом круге. А что это значит? Вот, вот значение логотипа таково, чтобы собрать все ненужные деньги, ненужную экономику, объединить ее и направить в один канал для улучшения экономики всей страны. И направить никуда, не куда попало, а какой-то, на какую-то, на достойные цели. И поэтому такой логотип. И также вся наша энергия в баджане, то, что мы делаем, чувствуем, все должно быть собрано и направлено на канал Гуру Парампара. Если мы зависим от Гурудева, то Гурудев позволит нам. Гурудев — это трансцендентный прозрачный медиум. Через Шрила Прабхупад говорит, что Гуру Чаран, лотосный стоп, Гуру — это наш трансцендентный медиум, посредник, через которого Шрила Прабхупад говорит, что Гурудев, он подобен такому прозрачному посреднику, через которого мы можем видеть вещи такими, какие они есть. О Вриндава Дас Тхакур Махашай, Шрила Прабхупад говорит, что он единственный гуру нашей сампрадаи. Если вот таким образом думать, то это правильно. Но как наш Гурудев, мой Гурудев, он находится в лотосных стоп Шрилы Прабхупада, Шрила Прабхупада, лотосных стоп Шрилы Гуру Кишора Бабы, и так постепенно до лотосных стоп Нитянады Прабху доходит. И вот те, кто хранят в своем лотосные стопы Нитянанды Прабху в своем сердце, то Кришнадас и Вриндаван Дас Тхакур Махашай, они говорят, что будьте уверены. Они прославляют таких людей, которые хранят лотосные стопы Господа в своем сердце. You can take trouble to go on as unnecessary, playing kartal and taking trouble to south. You have to take, huh? Trouble, huh?
Мы не должны, если посмотреть на жизнь чистых гуру вайшнавов, можно видеть, что они всегда совершают киртан, они всегда говорят харикатху. Их вся жизнь посвящена этому, и также мы должны воспевать киртаны всегда. Нитай чарон сутто, тахаро севак нитто. Нитай чарон шонай гарвас. The lotus feet of Нитянанда. Лотосные стопы Нитянанда, они вечные. И те, кто находится у лотосных стоп Нитянанды, будьте уверены, они тоже вечны, как Нитянанда вечен, так и его севаки, они тоже вечны. Они как садхана ситхи, так и нитья ситхи, они все вечные. То есть те, кто достигают совершенства, и те, кто уже пришли совершенными. Это очень важная тема, я об этом более подробно буду говорить, о саньясе. И вот Нитянанда, его севак, кто? Вриндаван дас Такур. Вриндаван дас Такур Махашой, он последний ученик Нитянанды Прабху. И в то же самое время смотрите. Кришнадас Кавирадж Госвами в Читании Чайтамрите пишет, что вот такое произведение, как Читание Чайтамрита, человек не может написать. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он молится Нитянанде, что он говорит, что если я не получу милость Нитянанды, милость Вриндавана дас Такура Махашая, только тогда, получив их милость, я что-то могу написать о их славе, а просто по моим своими собственными попытками я не могу ничего. И вот каждую часть секунды везде Кришнадас Кавирадж Госвами молится лотосным стопам Вриндавана дас Такура. Вриндаван лила вьяс, Вриндаван Кришна, Кришна лила вьяс, Вриндаван дас. Вот вот. И вот мы находим в Экаян Падьяте, что Гуру Таттва – это Аханда Таттва. Если мы видим… Садгуру Таттва, она уникальная, поэтому Шрила Прабхупада говорит, что Вриндавана дас Такура Махашой, это он единственный гуру, да, это так. И Вриндавана дас Такура, он будет вести нас на пути Шуда Бхакти, Шрила Бхакти. Он такой, Шрила Прабхупада говорит, что Вриндавана дас Такура, он единственная личность, первая личность, кто начал говорить о чистой преданности. Его книга называлась сначала «Читание Мангала», потом Калочин дас Такур написал «Читание Мангала», тоже ее переименовали в «Читание Бхагавата».
И вот все читания Бхагавати Шрила Прабхупад Бхактивинода Такур говорит, что единственная книга, написанная об этой чистой преданности. Даже в то время социальная ситуация, атмосфера, какая там была в Риндаванда Стакур, он очень прекрасно описал это, хотя можно найти книгу еще, написано Шрила Прабхупады, вот эти, он, будучи брахмачари, Бимала Прасад, он написал эту книгу. Махарадж название сказал. Я не могу повторить, к сожалению. И вот ситуация в тогдашнем обществе была очень токсична. Однажды один какой-то богатый человек организовал даже свадьбу каких-то собак и кошек своих. Был большой праздник на эту тему. В то время деньги не были, имели другое значение. Вот у меня был знакомый, который работал на железной дороге, и в месяц он получал зарплату в 25 копеек индийских, четверть рупии. Но это все равно было достаточно. Они ели, ни в чем себя не ограничивали, и то у них 10 копеек оставалось. Они откладывали это на потом. Вот. А в то время какие-то богатые люди организовали свадьбу этих своих кошек и собак и тратили сотни рупий на это. That's why Sanima used to say, cats and dogs society, you know, civilized society. You are very civilized, you know. They are, in Vipi festival, they arrange buffet system, buffet. Yes, they arrange buffet system, marriage. They can come like dog and cat. They can take and eat. All which is the Italian people, take it. We say it is not buffet system, it is buffalo system. We say it's buffalo system. Not buffet system. We say buffalo system. Buffalo can come and take care of whatever you like. Now government is so foolish, so idiot. Махарадж, ты рассказываешь, что сейчас глупое индийское правительство организовало еду в школах, но проблема в том, что в школах учатся дети с различных каст, например, по ведической традиции, вместе там брахманы, кшатри с вайшьями не могут есть, не то что там с какими-то мусульманами и прочими, которые могут учиться в той же школе. Вот. И вот один индийский мудрец сказал, что если кто-то хочет стать политиком, сначала он должен стать философом, иначе они будут слепы, и Верховный Господь никогда не простит их за то, что они сделали. Так много, то есть это общество очень сильно деградирует. И вот индийские обеды, дневные обеды, ну как эти дневные обеды в школах сделаны, то есть
Какие-то непонятные люди приходят, собирают, готовят, потом едят там разные школьники с разных каст, с разных религий даже. То есть, если бы хотели что-то хорошее сделать, лучше бы раздали деньги всем желающим или нуждающимся в этих обедах. А вот так кормить всех подряд с одной тарелки, буквально, это очень плохо. То есть это против системы варнашрама. И вот так Махарадж вот говорит, что так происходит деградация индийского общества, и как же можно ожидать, что эти дети впоследствии станут саду, если с самого рождения они уже не следуют в индийской системе. И вот Вриндаван Дас Такур Махашой, он так много написал о той социальной ситуации, которая была в том обществе. Потом начал говорить о славе Нитянанда. Он хотел описать о том, что Нитянанда Лили, Гуранга Лили. Но по милости Шри Кришны, так или иначе, Вриндаван Дас Такур, он писал и писал. Он все писал о Нитянанде, о славе Нитянанды. И после этого он подумал, что книга уже надо, уже очень толстая получилась, еще надо о Махапрабху написать. И вот и вот я уже говорил, что по милости Верховного Господа Мадвачари, например, или Рамануджачари, они проповедовали до какого-то определенного уровня. И потом явился Шри Чайтанья Махапрабху, он принес Ачинтья Веда Татву, и мы, сопоставив учение предыдущих ачарий и его, мы получили полную гармонию. Но вот предыдущие ачарьи, хотя они отличаются друг от друга, но они все по милости Господа, они только до определенного уровня достигли. И вот смотрите, Вриндаван Дас Такур Махашой. Он описал до какого-то определенного уровня лилы Махапрабху, а в дальнейшем Кришна Дас Кавираж Госвами описал это следующие лилы, антим лилу. И вот Кришна Дас Кавираж Госвами описал антим лилу Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, он пошел в храм Мадана Махана и начал молиться о том, что он сначала спрашивает, что преданные просят его написать о лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, а достоин ли это он делать. И вот он был в храме, и гирлянда упала с Мадана Махана, и Пуджари взял и предложил ее Кришнадас Кавираж Госвами. Вот так они поняли, что это был знак благословения Мадана Махана. И поэтому вот Радхарани, она танцует, даже Радхарани танцует, видя славу Шри Чайтанья Махапрабху.
которая описана Кришнадасской Вираджем Госвами. И так много людей говорят, так много сиддханты. Но это сиддханта значит Гаудия Сиддханта. Но в Гаудия Сиддханте сиддханта мы понимаем, что такое сиддханта. Это то, что не меняется. Что его сиддханта. То есть, может наблюдать, что у каждого своя сиддханта, но это не сиддханта. Что такое сиддханта? Сиддханта – это не шутки, это то, что не меняется, неизменное. By the spiritual line or bhajan line, any siddhanta gone, and past is eternal. На духовном пути сиддханта, если она произнесена каким-то махаджаном, великой личностью, то она вечна, она неизменна, они так, что и меняют постоянно. Нет, сиддханта, она может явиться перед нами, подобно тому, как Веда. Как они, веды явились перед Ягьявалка и другими мудрецами из силы своего баджана они могут получить даршан вед. Веды никогда не были кем-то написаны. Веды составлены в Ясадеве, которые Шакьявишаватара, они самопроявлены, и поэтому Вишвамитра. Гайтри-мантра была обнаружена Вишвамитрой, открыта, точнее, Вишвамитрой. И вот эта мантра была открыта Вишвамитрой Муни. Никто не может изменить это. И веды также, они не кем-то написаны, они самопроявлены, и саду они получают их даршан, запоминают. В то время была великолепная память. Сейчас памяти мало стало, кали-югу как-никак, и записывают поэтому. И вот таким образом Вриндаван дас Такур Махашой описывает читание Бхагавату, и там Кришнадас Кавирадж Госвами молит. I'm just Uchista Charvan. Uchista, you know? Vrindavan Das only left. А Кришнадас Кавирадж Госвами. Он говорит, что по милости Вриндаван дас Такура, я все это написал, я полностью благодарен ему за ту милость, благодаря которой я смог это все написать. Вишванатх Чакравати Пад Харивалов. Он был озадачен, он не смог понять, он знал Вьякаран, грамматику и прочее, но не мог понять, что значит Сара Чабиш Акара, 24,5 этих слогов мантры, как половина слога там могла оказаться, и тогда он постился и Радхарани пришла к нему во сне, и он жаловался, что я не могу не поверить в Кришнадас Кавирадж Госвами, но и поверить тоже не могу, и понять не могу, точнее. То есть, если эта мантра неправильная, я не пойму ее значение, то мантра Девата не явится ко мне. Если мы не понимаем значение мантры, данной нам Гурудевом, если произношение неправильное, нету преданности у нас, то мы не сможем достичь успеха в этой мантре, поскольку мантра есть мантра Дева, это божество, пребывающее в мантре. И Кришнадас Кавирадж Госвами пишет так, а и, да,
а комментарий подобный тому, который написал Вишвана Чакравати, мы не можем найти ничего подобного. Он уникален, поскольку он следовал своей Гурварге, никогда не хотел никого оскорбить. А Валапрачарья, он вначале хотел он пришел с чувством превосходства, гордости, и поэтому не получил сначала милости. А Камагайтри, она не отлична от Камадева, если я не пойму значение мантры, как я могу встретиться с Камадевом, с Кришной. И вот он. И вот он на берегу Радакунда Шьямакунда сидел и думал, что же делать. Он как же понять эту мантру, и он постился. И вот однажды Радхарани пришла к нему во сне и сказала: «О, Хариваллабха, вставай, не сомневайся, Кришнадас Кавирадж Госвами, он при Нармасаке Каустури Манджаре, он написал так, но я не могу понять это». Нет, ты вот изучи книгу Варнабхика как-то, и там одно слово, там полслова, это там описываешь какое-то слово, можно считать за половину слова, половину с этого слога, и поэтому в Камагайтри там 24,5 звука. Они все эти звуки олицетворяют трансцендентное тело Камадева. И вот что я хочу сказать. Вишвана Чакравати под, он говорит, он великий преданный, он постился, и так Радхарани явилась к нему во сне и объяснила. Даже Адвайта Гасай, он изучал Гиту, когда он, если он что-то не понимал, он постился и молился Господу, чтобы Господь явился и прояснил для него значение каких-то шлок. И вот однажды ночью Господь пришел к нему и сказал: «О, Адвайта, вставай, вот значение шлоки таково. Давай, хватит поститься, ешь, пей». Смотрите, сам Адвайта Гасай, он Садашива, Махавишну Джагаткарта. И вот таким образом Вриндаван Дас Тхакур Махашой пишет, и можно найти. И вот Вриндаван Дас Тхакур, он пишет, что те, кто... И вот Махарадж объясняет о славе Вриндавана Дас Тхакура. Однажды какой-то преданный совершил оскорбление Вриндавана Дас Тхакуру, то Шрила Прабхупад выгнал его. И вот он сказал, что если Вриндаван Дас Тхакур говорит, что может даже пнуть кого-то, то есть какой он вайшнав. И Шрила Прабхупад разозлился на это и выгнал его. Если у нас бхакти, мы
поймем настоящее значение его слов. Почему Вридаван Дас Такур даже готов пнуть нас? И вот он так много аргументов приводит, а если мы это не принимаем, то последнее лекарство это то, что Вриндаван Дас Такур может пнуть нас. А что это? Остатки пищи вайшнавов, вода омывшая их стопы и пыль с их стоп. Это катализаторы преданности. Это наивысшее лекарство для обретения бхакти. Сам Шачитани Махапрабху говорит, он в Гае, у него когда была лихорадка, жар, никакие лекарства не помогали. И тогда Махапрабху сказал, что идите найдите воду, омывшую стопы чистого брахмана. И когда они принесли ее, то Махапрабху окропил себя, свою голову этой водой, омывшей стопы брахмана, чистого вайшнава, и он сразу выздоровел. И вот также смотрите, почему Гурвага говорит о том, что высшее лекарство, высшее это пыль с лотосных стоп. Вриндаван Дас Такур Махараджа, и Вриндаван Дас Такур Махараджа из-за своей беспричинной милости он может пнуть нас, чтобы наш ум он осветился и принял эту сиддханту. Почему мы не можем понять это так? Я много раз говорил уже о том, что все гауди под руководством Шивананда Сена они отправились по Шатам Даму, чтобы встретиться с Господом своего сердца, с Шичитани Махапрабху. И по пути они шли, когда оставили какие-то палатки и прочие временные сооружения по пути. И там одна же Нитьянанда искал Шивананду, спросил, где же просад, почему Шивананда ничего не делает, и он проклял его детей, что они умрут, что уже поздно, а мы голодны, ты ничего не организовал. И вот Нитьянанда разозлился и явил такую лилу гнева. И вот если мы увидим, что Нитьянанда являет лилу гнева, но это не совсем так, поскольку в киртане говорится Акрадва Парамананда Нитьянандарай, то есть у него нету даже ни капли гнева. Но и потом, когда Шивананда Сен вместе с пожертвованиями пришел, то жена начала жаловаться, что Гасай Нитьянанда проклял наших детей, что они умрут из-за того, что вовремя не приготовил обед. И вот он пришел, разгневался и проклял нас. И вот жена начала плакать, а Шивананда Сен сказал, что ты глупа, почему ты плачешь? Если мои сыновья умрут из-за по милости Нитьянанды, то это очень хорошо. Почему же ты плачешь? И он начал успокаивать их. И Нитьянанда вот Шивананда Сен начал танцевать. Сегодня мы очень счастливы. Сейчас я стал полноправным приемником твоей милости. И вот когда Нитьянанда пнул Шивананда Сена, Шивананда Сен очень обрадовался. Он сказал, что сейчас ты принял меня как своего собственного слугу. Я несказанно счастлив от этого. Обычные люди, у них всегда есть какие-то аргументы, какие-то сомнения. Они не могут понять, что есть что. И все значение мы должны получать под руководством гуру и вайшнава. И вот Вриндаван Дас Такур Махараджа, он хотел
ударить нас, чтобы очистить наш ум, наше сознание, чтобы одарить нас, не одарить нас милостью. Если вы будете читать читание Бхагавату, то вы будете просто... Если у вас нет оскорблений, ваше сердце чисто, то вы будете плакать, читая о прекрасной славе Нитянанды и Гуранги. Однажды... И вот однажды на каком-то собрании много ведантистов собралось, один не маленький саду, ему тоже дали слово, он сказал, что я ничего не знаю о веданте, но по милости я попробую что-то сказать. И он когда объяснил несколько слов, услышав эти несколько слов, все пандиты встали и начали восхищаться. Откуда ты узнал это? Где ты изучал веданту? Мы изучаем веданту так много лет, но не понимаем, не получаем такого осознания. Как же ты получил такое осознание? И саду спросил этих восхищенных пандитов. Прежде всего, у меня есть вопрос к вам. Какой вопрос? Что когда вы начали изучать веданту, то какова была ваша цель? Наивысшая цель. Мы начали изучать веданту, чтобы стать ведантистами, заработать имя и славу. Ну вот вы стали великими ведантистами, знаменитыми, точнее, ведантистами. А как я начал изучать веданту? Я глупец. Я начал изучать веданту, начал молиться лотосным стопам веданте. Я обнял ее, чтобы она явила значение, явилась передо мной, чтобы понять значение веданты. Я никогда не ходил в никакие университеты, чтобы изучать веданту. Но это знание по милости Гурудева явилось в моем сердце. Вот если вы будете изучать веданту под руководством Гуру Вайшнавов, то тогда мы сможем узнать, что за слова Вриндаванда Стакура, поэтому Кришнадасский Вираж Госвами говорит, эти люди, никто не может написать такое, он сам в Ясадев, и поэтому он смог написать такое великое произведение. Для него это естественно. Я уже сказал о том, что Валмики Муни, он написал Рамайну. В их сампрадае говорится, что тот Валмики Муни явился в форме Туласидаса. Туласидас начал составлять Рамайну на санскрите, но на горе Читракут, но писал и утром находил, что все написано исчезало. Он плакал, молился, что же делать. Каждый день я так много пишу, и оно все исчезает. И он начал поститься и пошел молиться Вишванатху, почему так случается, что каждый день я так много пишу, и на утро ничего не остается. Вишванат пришел во сне и засмеялся, это я сделал. Ты должен писать на языке Майтрия, на простом языке, чтобы люди неграмотные даже могли понимать это. И вот он, ты можешь вандану и какие-то редкие моменты на санскрите написать, но все остальное пиши на простом языке. И вот таким образом
автоматически это все явилось, если мы получаем всю милость от Вьясадевы, и мы не должны игнорировать Вриндавана Стакура, мы должны изучать Шичитани Бхагавату, потом Шичитани Чайтамриту. Если есть